Доброе время суток. Обзор масляного фильтра Just Drive или просто JD. Вот его номер GFM0010. Есть очень плохо заметный бач-код, по которому можно высудить дату производства I45. Возможно, I это какой-то год, допустим, 22-й. 45-45 неделя. Это мои предположения, точно не знаю. Внутри все чисто. Корпус свеженький. Резьба на фильтре обработана отлично. Профиль чистый. Видно, что накатка производилась на каком-то новом оборудовании. Торец резьбы также. Имеет мехобработку в виде шлифования. Никаких заусенцев, ничего подобного нету. Есть резинка для герметизации чистой и грязной полости фильтра. Обратный клапан в фильтре не предусмотрен. Модель как бы для фордов. Там такого обратного клапана нету обычно. Выглядит в сборе это вот так вот. Есть достаточное пространство для прохода масла. Заявленные аналоги ВИК C418, тоже нет обратного клапана. Фильтрон OP532-2. Эти два фильтра пилились. Можете их обзоры на сайте ULCS посмотреть. Подпорная пружина по размеру небольшая. При разрезе фильтра болгаркой шов довольно-таки сильно разжимается. То есть пружина по размеру грамотная, подпирает катушку как надо. Заливка герметика качественная. Излишка герметика нету. Здесь кое-где ножом задевалось. Но там до формирования капель еще довольно-таки далеко. В центре герметик тоже довольно-таки толстым слоем. Не проклеен никакого нету. Перепускной клапан сделан из пластика. Работает отлично, без заеданий. Достаточное пространство для открытия клапана. Усилие открытия 0,75 кг. Диаметр седла, на который опирается клапан вот этот. Это каемка 1 см. И давление перепуска у нас получается расчетное 0,95 атмосферы. В принципе, неплохо. Рядом с типовым значением в одну атмосферу. Площадь фильтрации 697 квадратных сантиметров. Вес бумаги 10 грамм. Толщина 0,38 мм. То есть бумага качественная. Толщина ее средняя. Ничего плохого сказать нельзя. Видно, что пропитана специальным составом. На подсветку камеры немножко блестят волокна, как стекловолокна. То есть смесь бумаги и синтетического волокна. Ну, на разрыв средняя бумага. Видно, такие волокна рвутся. Центральная туба. Типичная для Just Drive. Есть прокатка роликами снаружи, прокатка роликами внутри. Ни выдлинных кружков или заусенцев, ничего такого нету. Обычная хорошая туба. Планка, соединяющая шов бумаги. Тоже выполнено все качественно. Никаких вопросов к этому нету. Фильтр заслуживает 4 балла. Покупки рекомендован. Хотелось бы только выразить два пожелания производителю. Это давление перепуска бы чуть побольше, чтобы он был не по нижнюю границу в одну атмосферу, а хотя бы 1,3-1,5 атмосферы. Но у вас же есть фильтр JD0078, по-моему, который аналог MANA 71945, который устанавливается на ВАК 1,8-2 литра. Ну, там давление перепуска 1,4 атмосферы. Примени такой клапан. Здесь было бы уже плюс 0,5 балла.
Также маловато, конечно, вес бумаги 10 грамм и площадь фильтрации 700 квадратных сантиметров почти. Для примера, в Лукасе, который недавно пилился, LFOS 173, у нас бумаги 1200 квадратных сантиметров почти и 16 грамм. То есть получается, грубо говоря, при той же толщине бумаги у нас в фильтре на 60% больше фильтрующей бумаги. Фильтр, кстати, по содержимому очень похож на Goodwill OG-201HQ. Можете посмотреть его также распил. На сайте Oil Choice он есть. Один в один, по-моему, совпадает. Но сравнить вес бумаги не представляется. Возможно, фильтр пилился давно, и вес тогда еще не замерялся. Но конструктивно все то же самое. Так что фильтр твердая четверка. К покупке рекомендовать можно, но есть к чему стремиться. До таких, конечно, монстров, как Вик, Мале, Ман, еще далековато. Такие дела. Переходите по ссылке в описании. Смотрите следующий кадр с таблицей, где данный фильтр займет свое место в рейтинге. Спасибо представителю за фильтр. До свидания.